Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Что, ой, конечно, у нас... Везде мусор. Ой-ой-ой. Угу. Ну, я думаю, запрони забрать крага или посла. Куда посла? Но посол в дуэтах нет. Я знаю, знаю, слабее, потому что там четверку хрен где выйдешь. Дана какого-нибудь. ХП побольше будет хотя бы. Или Дана, думаешь? Он просто хоть что-то делает. Крак как будто... Давай попробуем. ХП засейвим, может, потом как-то пожадничаем, во что-нибудь выйдем. Я думаю, может, меня тогда зверей каких-то отправить, где мне попугая два будет таковать. Ага, можно будет. Так, ты или дам, да? То есть тебе хочется вот это вот. Можно брать улитку. Не-не-не, куда, Арслан, куда? Давай. Я думал, скушать просто. Не, улитка невкусная. Зато олень вкусная. Там еще первое-второе делим с... Тим Володя. Контролеш. А, мне понял. Бок о бок идем. Монетку не дали. Я думаю, залочу себя. Улитку плюс спелл. Не-не-не, слишком слабо. Чё, разве? Это типа две улитки плюс спелл... Вторые. Ладно. Да не, можно лучше найти. Двойки. Согласен, думаю. Можно. Тебя думаю, ещё один стрим, может, найдёшь себе дирижёра. Окей. Можешь еще найти этого рифа, который один-один, тоже было бы получше. Чё, гал? А, кто-то на турнире взял Чуагала. Гигачады. Ну, брони много. Думаю, наверное, чё нет. Мордер лул. Ну, кстати, ладно, действительно неплохо. Я тебе могу монету дать. Чтобы ты инвестицию забрал плюс разведчика обилка, да? Да, угу, хороший плей, мне нравится. Так, тебе рандомную карту дать или просто это сейчас спелл будет? 4-3. Я думаю, ты можешь себе возьми 4-3. У меня просто карта будет рандомная, она может быть хуже, чем 4-3. Но с другой стороны, экономику свою реализую, она больше ничего не делает, а он тебе может что-то делать. Не, я просто думаю, что много карт... которые хуже, чем 4-3. Но если ты думаешь, что они лучше, то можешь... Давай, ладно, погнали. Монетку тебе даю, чтобы забрать мог. Ага, беру. Подожди, он сейчас не успеет... Блин. Хотел по птичке попасть. 9 атаки. Куда столько? Нет, гусь, за что? Звой. О, триплет 4-3. Я могу его залочить. Я хотел левел обилку нажать. Это тоже просто левел получается, да? Ну, а, да. А, так там можно сразу и собрать, на самом деле. Если так. А ты что, хочешь разведчика разбить? Не-не-не, я тогда просто, может, вообще апаться не буду. Так, я тебе сейчас его отдам, окей? Давай. Так-то ставлю. Левела, пусть. Монета. Монета ставлю. О, у меня проводник есть. Или, подожди, или да. Релак, а не, проводник был лучше, да? Не, первый лучше. Свинка, хорошо. Пойдет.
Я думаю, разобью даже, пофиг. Лучше обнусь. Да-да, согласен. Криво-криво. Неплохо, только чит получаем. Да-да, нормально. 4/3 машина против этих выходит. В этом мире человек человеку пьет. Я, кстати, не вижу, сколько у тебя стоит левел ап. У меня левел стоит 9, у меня 11 монет, я могу забрать еще и бандита с продажи заклинателя, чтобы вначале камень разбился. Ну, вообще, монетка превратилась в камень, а потом проводник даст голду. Ага, хороший плей, мне нравится. Можем вообще пойти очень жадно, я тоже апнусь. Не знаю, стоит ли этого. Хотя у меня баф на таверну, что не очень плохо. Я не буду жадно играть, не буду. А, подожди, если я не выхожу на стол, у меня вилка не работает, да? Почему она же тебе в руку, наверное? Как Тамсин. Думаешь, как Тамсин работает? Если я не выхожу вообще. А-а-а. Ну, может быть, кстати, может, на следующий левел как раз выйдешь и... Я просто сейчас так подумал. Две карты повыше уровня залатаешь. Что такое случится? Ну да, наверное, даже лучше будет так. Если вдруг. Только блюз. Даже не проигрываем, вообще роскошь. Ага. Роскошь, роскошь, роскошь. Я могу бафать магазин. У тебя, кстати, тоже есть 3-4. Это тоже хорошо. Ага. Я правда не знаю, что тебе брать. Тут... Я думаю, я бафую магазин. Я на купон заберу больше, чем первый, наверное. Медив у меня не очень хорошо работает вместе с этими картами, которые скидывает. Я вначале карт, ну, спел копаю, а потом. Да, да, есть такое. Я думаю, купон, да. Потом что-нибудь найти получше. Че, дайте 3-4. Да. Я думаю, можно даже собрать и Волф и паролить, на самом деле. Или можно взять двоих. Мурлок неплохой, на самом деле. Согласен, Мурлок неплох. 3-3 тоже, как бы, ну, не так. Ну, как пара, да, чисто. Ага. Так, наги есть, можно будет найти... Который за... по 3-3 дает. Я двоих заберу. Да-да-да, неплохо. 4-3 это хороший сетап под что-то потом. Да, с очень многими картами работает. Да, она просто сама по себе дебафится, забей на нее. Я без обилки, но у меня обилка это броня, поэтому не страшно. Просто мне уже карты с обилкой будут давать хуже, чем в магазине, поэтому уже нет смысла ее тыкать. Ну, чисто где-то просто монеты реализовать, возможно. Форс свиней. Классика. Классика, да. Хрю-хрю. Ну, хорошо, вроде классный, богатый. Я Мурлока точно себе еще одного заберу. Ага. Что у тебя по левелу? Я могу левлапнуть, если его заберу. Наверное, так и надо. Просто я демона возьму.
Найти Барилака с Браном. Думаю, Тринкет было вообще замечательно. Там ну, может, сейчас найдем. Сулок. И, скорее всего, предложат, что вроде портрет этого кондуктора. Что отстой, конечно. Я думаю, тебе пару камней нужно изнуть, да? Если тебе вдруг дадут... А, допустим, если дадут карту в руку, давай-давай. Да. Чтоб в руке было чисто. Ну, кстати, фритычки. В эту карту проиграли. Нормас. Да, вообще шикарно. Ну, камни 4-4, правда же. О, мне дали стартер пак. Ну, у тебя скорее всего книга даже. С ней форсить без причины как-то плохо. Да, согласен. О, тебе могу пирожное дать. А пирожное очень хорошо, если ты только его не съешь. Не, я уже, у меня сработали вначале. А, у тебя уже сработали. Хорошо. Я подожду, может, ты рано найдешь кого-нибудь. Давай. Глазки есть. Барон. У меня Ревидар есть, надо по себе. Глазки не нужны, но барон хорош, да. Лучше скопать бади, может, дадут что-нибудь. Да, интересное. Да, может, дадут что-то. Ну, ничего нет. Лейтенант у тебя будет работать? Не-не-не, не нужен совсем. Хлипол, да. Не под этот сетап. Попугай есть. Попугай хорошо, да. Хорошо. Я тогда начну играть. А Монари, интересно. Я думаю, Монари будет хуже, чем Фолблот. Тебе не нужно большой магазин. А мне не нужно, по идее, бафы, да. Заберу, просто прокручу. Тебе деньги нужны, не? Нет, нет, не надо. Забирай просто. Окей. У меня для тебя триплет на следующий ход. Не надо сейчас цене будет избавляться. Иначе они мне просто сожрут все мои спылы. А, мы можем, знаешь, что сделать? Порталом покрутить миража, который удваивает статы в таверне. За счет этого запустится. Да, да, я понимаю. Тебе надо что-то найти там, на поедалку? Там пиноки или еще что-нибудь? Ага. Русулка, кстати, с миражем не очень хорошо работает. Именно пиноки сам очень хорош, потому что он не ест сразу. Можно раскачать статы побольше. Ну, два Мурлока просто, кстати, этот. О, у меня Бран есть. Бран, это очень хорошо, да. Это очень хорошо. Я заберу себе просто перчатку, у меня нечего больше брать. Окей, еще посмотрю, что у меня есть. Ну, как я думал, говно. Хотя я тебе могу мутанты каждый раз отдавать. Да, такое себе. Я думаю, ты... Шахматы, забери, думаешь? Себе шахматы, да, и копировать что-то Мурлока. Потом. Давай. Да. Подожди, а первое, что срабатывает, типа шахматы, а потом только атака, правильно? А, сначала ты атакуешь, потом шахматы. То есть ты можешь сим-карт играть, по сути. Блин, ну... Если вот. Хочешь, можешь взять мутанты и мне отдавать. Ну, это как бы такое. Не да сказал, не, что давай, заберу. Так, Брана тебе же дай, правильно? У меня для тебя триплет, но мне нужно сначала прокрутить демона. Так, понял. Надо двигаться, аж нам двигаться. На, держи. Сейчас у меня хорол какой-нибудь будет.
какой-то. Я бы каждого разберу. Просто. Там Джим. Mm. Ну, вся фигня. Ну, заберем. Сканкрафт тебе нужен еще один? Не-не-не. Я даже продал его. Можно монстра взять просто экономика. Экономика. Блин, игра залгала. Ничего делать не могу. Он у тебя фриз? Ну, у меня, да, у меня просто не двигается ничего. Я хотел поставить продать, но... Не страшно, главное, чтобы ты играть смог на следующий ход. Да, да, у меня в конце отлагало, я видел там уже, когда... А пельмени? Пельмешки. Это, кстати, как ее зовут? Квашеная, по-моему. Песни поет. Видел на канале у чела, который на гитаре играет. Как-то так. Да куда? За что? А там сразу яд, что ли, был? Ядом просто попали 1 к 6, понял, по-моему, понял. Или к 5. Все за пролага. Броня есть. У меня тоже. У тебя демон есть тоже для меня. Было бы хорошо. Давайте его дам сейчас. А в лобби есть какой-нибудь скам? Я думаю, можете просто скам поотдавать, чтобы ты не парился особо. Да я я хочу на первый слот, я же забрал, чтобы как раз таки поставить на первый слот, что вроде этого, там, героя или... Да. Ну просто у меня уже магазин 80-80, все, что ты будешь делать, это будет такое себе. Я тебе попугая могу дать или еще что-то? Не, попугай уже не нужен. Уже буду от него даже избавляться, я думаю. Окей. О, у меня есть этот, мираж покрутить. Ты умеешь поедать? Да, мираж, хорошо. Да-да-да, у меня куча поедалок. Чё, даю? Да-да-да. Больше бы порталов. У меня здесь есть теплет. Да, вот это было бы хорошо. Держи. У меня есть панда еще в магазине, может, я смогу тебе дать. Было бы хорошо, да. Что у тебя по голде? По голде мне 3 осталось, как я спанду покупать и отдаю, но я, в принципе, могу, если еще монстр продать, мне тоже нафиг не нужен. Да, сейчас я покручусь чуть-чуть. Но мне не нужно больше есть. Так, получается. Тебе нужно 2 голды. Я могу тебе дать вот этот мусор. То есть я кидаю вот это, потом отдаю тебе. Держи обратно. Потом кидаю вот это, отдаю еще раз. Угу. Держи обратно. И еще раз. Теперь я все это ем. Окей. Я на следующий ход поищу что-нибудь тебе тоже. Хорошо. А, блин, тут элементарь этот дурацкий. Угу. Я вроде на карте все равно справляюсь вроде. Ага, просто если там второй какой-нибудь скам будет, может неприятно быть. Это, ну, у меня мурлок есть относительно неплохой. А, у тебя шахматы точно. Да-да, я постоянно первый слот как раз таки рероллы, он разобьется и на второй... О, там даже такое. Там камни вроде много дает, кстати, 10-10 дает. Это опасно. Ага. Ну, если мы сейчас им пятнашку врежем, будет чуть менее опасно, потому что у них, ну, уже, да, будут... Да, там 12-13 же камни. Или хорошо, мурлока нет, конечно, но все же. Не, без мурлока тут они ничего не сделают с этими камнями, на самом деле.
Ну да, тяжело будет. Так, ну я тебе дам вот такую карту. Давай, давай. Карта, карта, карта. Там. Крутить пока некого. У меня 14 голда есть. Могу чуть-чуть подавать. Да, ты пока пароль поищи, что-нибудь интересное. В смысле, голду не хочешь? Там в виде капли, там что-нибудь такое, нет? Не-не-не-не-не. Ты лучше просто пароль поищи, что-нибудь такое, что делает что-то. Драккар есть. Буря в таверне есть для тебя. Опять же. У меня же все в магазине будет слабое просто. Ну да, есть такое. Ну, можно тогда будем, окей. Что-нибудь тогда придумаю. Ну, на, держи еще. Возьму поедание, уже буду есть, что там. О. А, интересно. Отдам тебе, можешь и поедем, потом будет. Окей. Бутылки пока буду хранить. Они, наверное, для Миража. Давай я тебе тогда дам, потому что я скинуть его могу. У меня все еще проводник стоит дурацкий. Окей, давай. Наверное, надо было яд копировать. Значит, посмотрим. Не так нормально. Мне очень нравится, что они решили этот пирог удалить с большой версии и маленькую версию поставить большую за ноль. Как будто он вообще плохой теперь. Ну да, да, есть такое. Ты просто не хочешь в большом брать. Старую версию еще можно было брать где-то как-то. Да. И тот тоже не хотя. У меня шахматы не сработали. А, серьезно? Типа, ага. В другом работает. Вначале, походу, все-таки фигнюшка, а потом только атака. Я помню, что Иллидан мог стол сбить перед шахматами. Может, там изменили что-то, не знаю. Ну, и все время меняют, так что вполне возможно. Блин, хочу демона, но у меня нету. Режиссера. Да, пофиг, что его нет. У меня для тебя же есть шипа ведьма. Сейчас. Давай я раз тебя соберу. Я ее даже порталом, я думаю, отдам. О, подожди. Ты хочешь шипрану что-то придумать? Не-не-не. Ты можешь хамелеона поставить под шиповедьму, скопировать ее. А я хочу на первый слот поставить, чтобы ее копировать. Ну, как бы... Не знаю. Ну, смотри сам. Что-то, в общем, можешь скопировать. У тебя большой хамелеон. Тогда порталом просто вот эти штуки прокручу. Тебе сектантка нужна? Плестенка. Сектантка. Воскрешение демона. Как бы не особо. Да, мне кажется, пусть будет. Ну давай, давай. Че, я тебе отдать его не могу? О. Так, я против этого элементаля, да? Он же мне сектантку загрифит. И прикольно. Может, мне есть стенку? Да, да, конечно. И не получается по голде. Получается, все получается нормально.
А, не, подожди, не получается. Ну, у тебя Бран сидит без дела. Ну, я вот думал тебе как триплет потом отдать. Ну, давай его продам. Но мне не нужен, действительно. Просто если там вдруг шипоэзма на первом столе, я ее хотя бы заблочу на первом слоте. Окей, окей. А, лол, подожди. Надо было 8-8, последний слот ставить. Хотя она все равно большая. Там же работает, окей. Пойдет. Тут два скама. Чпоньк. О, хорошо, удары. Сюда. Сейчас шиповедим. Бум. Чпоньк. Чпоньк. У тебя такая веселая сборка. Ну, тупо шиповедьма, да? Дизи. Да, хорошо получилось. Иллидан в итоге что-то сделал. Иллидан где-то здесь. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.